Вот мы вернулись в город 10 октября, сегодня 11. Ну, мы здесь как раз около бухты этой живем. Вот пришли. Сюда посмотреть. Как осушенная какая-то стала. Мало воду видать. Утром восход солнца вот такой подошел. Это вот рядом дома. Это вот наш дом. Сосед, интересно, перед домом построил ограду для машины. Видимо, гараж построил, это убрал. И там сосед, он строит. 10 лет, наверное, сгорело. Не строилось, кто-то нашелся. Колоночка у нас тут рядом. Так ходят наши люди здесь. Ну, наши, в смысле, барнаульские. Здесь за порт. Порт, портовое строение. Вот, решил посмотреть, с утра пришел. Тут заводская труба, видать, и большие-большие здания. Высокие, прямо на берегу. Это все теперь легко увидеть в интернете. Прекрасные у нас тут березы. И вот, видать, макушка нашей елки.